пока я не могу такого показать. Проектор, то есть там будут вот, нормальные, это будут качельки, да, то есть безопасные качельки для детей. Так. Карусельки будут, то есть горочка какая-то будет. Примерно я могу сказать, как проект появится, я вам тогда покажу. Пока по стоимости не могу сказать, то есть у меня такой информации нету по площадке, то есть она будет там с каруселями, с качелями. За чей счет будет данная площадка? За счет, да. Скорее всего, социальное то, что отчисления от Браза были, вот именно от этого социального пакета. Площадками я буду собирать наказы, то есть где какие дворы хотят размещения. То есть, здесь допустим, у нас 18 дворов. Мы обсудили вот здесь вот, да, площадку тоже. На какие деньги? Это не деньги Русала. Есть предприятия, да, которые социальные отчисления идут. Это не только Русам, то есть крупные предприятия, это Елим и так далее. Он сказал... Так, сейчас скажу. Самое необходимое сделает сейчас, а когда вступит в свои полномочия, значит, сделает. Что самое необходимое? Скамеечки нам поставят, мусорки на территории здесь сделают.